будемо говорити про флай-йогу. Виявляється, що в гамаці можна не лише лежати та відлежувати собі боки і зайві кілограми, а ще робити так, щоб заняття позитивно впливали на ваше здоров'я та самопочуття. Сьогодні говоримо про один із найпопулярніших видів занять – про флай-йогу. І у нас сьогодні у гостях Марина Сухач, сертифікована тренерка з пілатесу, аеробних функціональних тренувань, флай-йоги та інструкторка тренажерної зали. Доброго вам ранку. Добре утро. Ну, підкажіть нам, будь ласка, історію виникнення флай-йоги, звідки вона взялась? Флай-йога – це относительно нове направлення в фітнесі, появилась тільки в 2000 году. Придумав її Крістофер Харрісон, це відомий хореограф і танцор. К сожалению, придумав він її не від хорошої життя, отримав травму і как бы, видумав цей спосіб відновлення з допомогою гамака, щоб иметь возможность заниматься спортом и войти в физическую хорошую форму. И так это направление появилось. Какие же особенности флай-йоги? Вот мы сказали на початку про гамак. Что с ним там делают? С гамаком можно на самом деле делать очень много чего. Есть разновидности флай-йоги от реабилитации, медитации. Можно делать силовые упражнения, если есть хорошая физическая подготовка. До речи, фотографии, да. Как это все выглядит. Можно делать вот перевернутые позы. Можно улучшать свою растяжку, гибкость позвоночника. Улучшается работа суставов, полностью все системы организма. Ну, разнообразие сейчас есть силовые тренировки по флай-йоге, можно качать пресс, находясь в гамаке. Я так понимаю, что и растяжку можно тренировать. Да, растяжка замечательная. На земле вы так не сможете растянуться, как в подвешенном состоянии, потому что у вас намного больше пространства и возможностей. Трюки схожи на циркове мистецтво, такие акробатичные трюки. Да, есть элементы акробатики. Как разновидность тоже флай-йоги, есть еще воздушные полотна, немного уже другое направление, но в принципе можно использовать все наработки циркового искусства именно в этом виде фитнеса тоже. А подскажите, пожалуйста, у меня цікаве питання, ну, стосовно флай-йоги до людей, у яких проблеми зі спиною. Ну, до речі, це ті люди, які дуже багато сидять на роботі, або молоді матусі. У мене теж, я молода матуся, у мене проблема є зі спиною. Як флай-йога, чи можна займатися? Як вона впливає взагалі на спину, на ці заняття? Можна? Флай-йога, ее показания как раз для людей, которые занимаются сидящей работой, у которых есть небольшие проблемы в спине, это боли в позвоночнике. Находясь в перевернутых позах, ваша спина разгружается, позвоночник удлиняется, снимается как раз компрессия с межпозвоночных дисков. Единственное, если есть смещение позвоночника, позвоночных дисков, если есть какие-то грыжи, протрузии, то тогда, если смещение вообще нельзя заниматься, ну, в принципе, как и любым другим видом спорта, здесь уже понятно, но если протрузии и грыжи, нужно обратиться к врачу, проконсультироваться, и, ну, смотря какая у вас степень, то, в принципе, это не противопоказание для занятия. А на какие частины тела наибольшая нагрузка при флай-йоге? Когда вы занимаетесь флай-йогой, у вас работает полностью все тело. Вы подтягиваетесь на руках, работают мышцы пресса, потому что вам нужно забрасывать свои ноги. Работает спина. Вы находитесь в постоянном ловле равновесия, баланса. Когда вы забираетесь наверх, если вы стоите на земле, вы на земле выпираетесь только на две ноги, то когда вы находитесь в воздухе, вам нужно использовать бедра, спину, даже затылок, чтобы удержаться. Поэтому работает все тело, и включается такая координация. Организм находит какие-то скрытые резервы, и через 2 месяца тренировок вы увидите, что вы стали другим человеком полностью. Так что, если спочатку у вас ничего не выходит, знаете, еще через 2 месяца у вас обовязково выйдет? Да, да, это минимум. Конечно, индивидуально, смотря кто как будет заниматься, количество тренировок в неделю, но в среднем уже через 2 месяца результаты у каждого появляются человека. А какая оптимальная количество занятий в неделю? Можно заниматься от 2-4 раз в неделю, не больше 5. Но это в том случае, если вам уже есть 25, и период роста у вас закончился, к сожалению. Если вы молоды, у вас много сил, много времени, можно и до 7 тренировок в неделю. Но если вы хотите идти работать на результат, то минимум 3 раза в неделю. А сколько за часом? Это годинка там, чи 2? 55 минут, 1,5 часа, смотря интенсивность тренировки. Если вы будете делать более какие-то силовые, акробатические элементы, понятно, что вы устанете за 1,5 часа. Если это будут просто перевернутые позы, асаны, медитации,
медитация, релаксация, то полтора часа вы сможете и полноценно подышать, растянуться и успеть сделать весь цикл упражнений. Як щодо крепатури? Що взагалі це таке? І чи корисно організму людини відчувати крепатуру після кожного заняття? Крепатура, но это более как бы народное название, вообще-то синдром отложенной мышечной боли, он появляется в том случае, если нагрузка была чрезмерной. Если вы выходите из тренажерного зала или с тренировки по флай-йоге, ну, неважно, с какой тренировки, ощущаете легкую такую мышечную усталость, вы чувствуете удовлетворение, что вы позанимались, что вы не просто так посидели. Это нормально, но если после каждой тренировки вы потом в течение 2-3 дней не можете нормально передвигаться, вы не можете присесть, ну, испытываете очень сильные боли, то, значит, нагрузка была чрезмерная, и не нужно так перегружать себя. Это может привести к травмам. Ну, есть смысл так заниматься, если вы готовитесь, например, к Олимпиаде, на какой-то результат, а если ваша цель просто быть красивым, підтримувати свої форми. Да, держать себя в форме, и главное быть здоровым при этом, то такая тренировка, конечно, не нужна. А є якісь, може, рекомендації, як зменшити крепатуру, від неї болі якісь чи немає? Ну, конечно, если вы уже получили такой результат, то первое, это вам необходимо снизить нагрузку. То есть, если вы идете в тренажерный зал, идете на пилаты, сидите лучше на растяжку, идите на какие-то тренировки, которые вашим мышцам дадут возможность расслабиться, растянуться и вызвать прилив питательных веществ к этим мышцам. Идите на массаж, теплая ванна. Нужно все делать для того, чтобы мышцы расслабить. И еще помогает вишневый сок. Дуже більше, цікаво. Да, більше фруктів. Такий лайфхак. Да. Як щодо, от ви трошки затронули тему поєднання тренувань, як ти рекомендуєш поєднувати тренування? Які це мають бути поєднання? Соєднати тренування потрібно, во-первых, ісходя із свого самочувствия. И своего темперамента. Есть люди, которые любят более подвижные тренировки, которые, допустим, на йоге, там, на пилатесе, ну, чувствуют себя не в своем, как бы... Нудно трохи. Да. Ну, тем не менее, если вы занимаетесь более активными тренировками, силовыми, там, тренажерными, в тренажерном зале, вам необходимо затем растянуть свои мышцы, потому что при больших нагрузках они сокращаются, утолщаются, укорачиваются, нам нужно их вернуть в изначальное положение. Поэтому чередуйте что-то более интенсивное с более расслабляющим. Можно обязательно использовать бассейн. Это тоже очень хороший вид тренировки. Вот можно использовать йогу, флай-йогу. Комбінації можуть бути любі, це залежить від вашого настроєння і самочувствия. Стосовно того, який одяг з собою брати на першу тренувку, що потрібно? Та взагалі на тренування. На тренування, так. От ви бачили на фотографіях, що там все має таке облягати, ну знаєте, як в хіп-хопі тут не вийде, такий балахон не вдягнеш. Для тренировки, конечно, лучше использовать облегающую одежду, которая не будет сковывать ваши движения, желательно из натуральных тканей, чтобы она дышала. По обуви можно заниматься вообще без обуви, если это флай-йога. Ну, здесь два аспекта. Первый – это более такой небесное, это взаимодействие нашей стопы с землей, энергия, потоков, чтобы не ограничивать. А второй, более такой тривиальный – это просто в носках будут скользить ноги по полотну. Это травматично. А сцепляемость полом повышается, если у вас нога оголена. Но, тем не менее, в зимний период можно использовать специальные чешки, специальную обувь, потому что отопление как бы не везде у нас в достаточном объеме. Трошки так, чтобы не застудиться, щоб не було негативних якихось результатів. І ще таке запитання з приводу того, чи от всім дівчатам цікаво, всі ж хочуть, чому в тренажерну залу йти? Тому що хочуть схуднути. Щодо флай-йоги, чи можливий такий результат, така ціль у флай-йозі, як цього можна досягти? Міф о том, що люди, які займаються йогою, там, пілатесом, не худіють. Це міф, дійсно. Потому что организм на сокращение мышцы тратит около 40% энергии, а на растяжение 60%. То есть в процессе тренировок, да, на растяжку, это намного тяжелее, чем, ну, сократить мышцу.
Поэтому люди, которые занимаются йогой, они, может быть, не так быстро, не так кардинально, но они понемногу начинают худеть. Запускается правильный обмен веществ, ускоряется метаболизм. Я в жизни не встречала ни одного йога с лишним весом. Вы тоже можете обратить внимание, потому что мышцы вытягиваются, тренировки достаточно энергозатратные. И вы будете худеть, вы будете находиться в своем идеальном весе, поддерживать его, и еще самочувствие при этом улучшится. Это тоже немаловажно. Ну все, дівчата, ми з вами перед новим роком будемо обов'язково займатися флай-йогою, тому що буде струнким. Ну, потрібно ще схуднути, а потім вже після нового року будемо продовжувати нею займатися. До речі, підкажіть, будь ласка, стосовно віку. З якого року, можна для людей взагалі займатися флай-йогою, чи можуть діти займатися і з якого віку? Дуже цікаво. Звісно, діти можуть займатися 4-6 лет, це індивідуально вже по рівню розвитку. Дети приходят и достигают даже, конечно, больше результатов, чем взрослых, потому что у них больше для этого потенциал. А предел какой-то возрастной, его я не знаю. Приходит женщина и 70 и плюс лет, занимается просто, может быть, они уже больше занимаются релаксацией, более находятся в перевернутых позах, расслабления. Если у вас какая-то очень хорошая физическая подготовка, можете заниматься какими-то уже постановками трюков, акробатикой. То есть флай-йога, она рассчитана под любой вид нагрузки для любого возраста, для любой физической подготовки, для любого пола, все индивидуально подбирается. А якщо на одному тренуванні є люди різного віку, і, наприклад, я прийду вперше, тренер допоможе, ну, приділи мені увагу і час для того, щоб я познайомилась з флай-йогою, тоді як інші вже дуже давно з нею працюють? Конечно, индивидуальный подход к каждому человеку – это обязательно. Тренировка идет по нарастающей. Вначале это идет разогрев мышц, суставная гимнастика. Угу. Затем от более простых упражнений мы переходим к более сложным. И упражнения, они достаточно легко выполняются в гамаке. Вот если бы вы их выполняли на земле, вам бы понадобилось пару лет для освоения этих асан. А за счет гамака он вас поддерживает. Есть такое даже сравнение, это как партнер в танце. Он придерживает, он страхует, и вы можете выполнять любые упражнения. В основном я сталкиваюсь с тем, что люди приходят, они смотрят вначале, у них страх. Они говорят, я никогда этого не сделаю, а потом берут и делают на первых же тренировках. Поэтому верить в себя и с помощью тренера у вас все получится. И бажання, да, дуже багато бажання. Мотивация – это очень важно. Як щодо харчування? Чи потрібно підтримувати заняття якимось певним раціоном? Що це може бути? По питанию ограничений нет. Конечно же, очень хорошо, если вы уберете своего рациона жирное, жареное, ограничите прием пищи. Сладкое, да, простые углеводы, но при этом можно пить и есть, извините, сухофрукты, более натуральные сладости. По отказу от мяса обязательно стать вегетарианцем, если занимаешься флай-йогой, таких указаний нет. Организм должен сам почувствовать, что ему необходимо. Единственное ограничение по еде – это не есть за 2 часа до тренировки, потому что вы находитесь в перевернутых позах, и вам просто будет некомфортно. А як щодо після занять? Чи можна там їсти, пити, чи треба теж якийсь час витримати? Когда вы выйдете с тренировки, первое время вам даже не будет хотеться есть. В основном люди, которые первый раз попадают в перевернутые позы, вестибулярный аппарат начинает активно работать, может быть, даже кружится голова, может быть, даже подташнивать. Поэтому ну, в таком состоянии вам, естественно, есть не захочется. А так, конечно, вы можете есть и пить практически сразу, уже запустив процесс затраты калорий. Он идет еще потом в течение 3 суток, поэтому после тренировки, да, до тренировки нет, за 2 часа как минимум. Після паморочення, ось ви говорите, може бути паморочення голови, можна відпочити, а потім продовжити, чи у кожного по-різному? Чи краще все? Якщо ви почувствовали, що у вас вже кружиться голова, там поташнювати, можна повернутися в вертикальне положення, вверх головою, какое-то время отдохнуть. Если это будет повторяться, то, может быть, неделю дать себе отдых, дать возможность организму подстроиться под новые нагрузки. И потом снова приступать к тренировкам.
В основном люди очень быстро проходят этот период адаптации, может быть, просто меньше находиться в перевернутых позах, более плавные элементы добавлять, больше релаксировать. Так, як космонавти. Да. Підготовка. Ну, тут трошки менше буде підготовка, ніж космонавтів. Марина, дуже дякуємо за приємну розмову цього ранку. Наш час вже досить швидко сплив на розмову. Я нагадаю, що в нашій студії була Марина Сухач, сертифікована тренерка з пілатесу аеробних функціональних тренувань, флай-йоги, інструкторка тренажерної зали. І вона нам розказала про флай-йоги і особливості її.